Итак, к вашему вниманию наш второй спикер Сергей Фадеев, системный администратор компании Droid Labs. Раз-раз. Всем привет, рад вас видеть. Сегодня мы поговорим о специфике создания коробочного решения на докер-системе нашего приложения Планира. Это система управления проектами. Сразу вопрос у меня к присутствующим. Кто слышал, что такое докер? Поднимите руки, пожалуйста. А кто использует докер в продакшене или в ближайшее время планирует его использовать? Ну, то есть народ в целом понимает, что такое докер, как-то видел, щупал, значит, больше будет понимания, видимо, да? Так, ну, приступим непосредственно к презентации. То есть начнем с того, что почему мы вообще выбрали-то докер и как мы вообще к этому пришли. Значит, два ключевых момента, которые мы решали, это единая среда окружения для девелопера, продакшена, тестировщика. Наверняка не секрет, когда вы видели ситуацию, работает с десяток разработчиков, каждый на своем ноутбуке развернул инфраструктуру, там Postgres, Rabbit, еще какие-то сервисы, базы данных накатанные, и в процессе разработки случается так, что конфигурации начинают расходиться у разработчиков. Один забыл там миграции накатить, другой случайно Postgres там обновил с версии там 9.3 до 9.5. И у всех начинается разный результат. Начинаются проблемы. Это первое. Второе — расхождение конфигурации продакшена, когда на сервере одно, на системе девелопера невозможно повторить ту же конфигурацию. Следующий момент – это так как мы разрабатываем систему управления проектами, в том числе для конечного пользователя, конечный пользователь иногда просит нас коробочные решения, когда они не хотят пользоваться облачной реализацией, они говорят: дайте нам на сервер программу, которую мы поставим и будем себя пользоваться. Мы не хотим наши файлы, наши переписки хранить где-то у вас на серверах. Дайте нам коробочное решение. Вот эти два ключевых момента, они привели нас к тому, что Docker — это та система, которая удовлетворяет всем нашим потребностям, и все, что мы хотим, мы можем с помощью нее реализовать. Особенностью докера также является эта простота реализации с небольшим набором команд. Описывая докер-файлы, все могут всегда понять, что в этих докер-файлах написано, какие инструкции там выполняются. Также Docker нам предоставляет удобную инфраструктуру для работы с контейнерами в виде доставки, хранения наших готовых образов с системой. Удобное использование этих контейнеров в виде линейного масштабирования наших микросервисов. Работая с системой Docker, можно весь цикл поделить на ключевые операции. Это сборка образов, то, что мы сейчас рассмотрим. Это хранение образов с использованием систем Docker Registry или Docker Hub, который нам предоставляет инфраструктура Docker. Далее это инсталляция и доставка контейнеров на конечного пользователя, на сервер в виде коробочного решения, доставка контейнеров и, соответственно, обновление структуры контейнеров на конечном пользователе. Если вы впервые приступаете к процессу, скажем так, создания докер-контейнеров, имея какое-то конкретное приложение, то
вы должны подойти к этому с точки зрения, что структура использования докер-контейнеров предусматривает запуск только одного процесса внутри контейнера. Это правильный путь докера, который нам говорит. И когда мы впервые подошли к работе с докером и распределению и созданию докер-контейнеров, мы сели за анализ нашего приложения и начали его разбивать на маленькие сегменты, то есть определять зависимости. Зависимости микропроцессов, которые работают у нас в системе. И особенностью докера является то, что вы можете для создания последующего контейнера использовать наработки предыдущего, то есть использовать зависимости контейнеров, что на слайде, вот если вы посмотрите, где у нас написано Ruby 2.3.0, Ruby with Gems, Build Assets, как раз показывается структура зависимости, когда мы используем первичный контейнер, где у нас установлен Ruby, далее мы там накатываем гемы, и в последующих сборках контейнеров мы используем вот эту наработку и используем, скажем так, те же установленные гемы, что в дальнейшей сборке ассетов, контейнеров, при создании миграции рельсового приложения или Sinatra там. Из подводных камней, которые хотелось бы отразить в сборке контейнеров, на каждое действие, которое описано у нас в докер-файле, докер выполняет коммит. То есть, если вы сами видели там run, copy, еще какие-то вот операции стандартные из 10. По завершению каждой операции докер у нас делает коммит. Этот коммит у нас сохраняется в файловой системе. И простой пример, когда вы в докер-контейнер копируете какой-то файл, к примеру, там размером 100 мегабайт, скопировали, следующие операции вы этот файл удаляете, и по концовке вы хотите знать, сколько же ваш докер-контейнер будет весить, когда вы его будете, например, там куда-то передавать. И выяснится то, что у вас докер-контейнер весит те же 100 мегабайт. То есть файл, который мы удалили, он на самом деле никуда не исчез, он сидит у нас в коммите на определенном уровне. И зная вот эти особенности, нужно учитывать эти тонкости при сборке контейнеров. На примере, вот когда мы собираем ассеты, у нас, скажем так, в контейнере накапливается много мусора, который при доставке конечному потребителю он не нужен. То есть нам нужно только то, что в приложении используется. И здесь мы, скажем так, используем некий костыль, когда мы готовим ассеты, мы из докер-контейнера выгружаем рабочие файлы на хост и далее собираем новый контейнер, который содержит у нас уже чистые результаты. И этот контейнер уже непосредственно отправляется конечному пользователю. Так. Для хранения контейнеров мы используем готовое решение, которое называется Docker Registry. Вы, наверное, о нем тоже слышали. Docker Hub – это облачное решение от компании Docker. То есть тоже его можно использовать, если у вас open-source продукт, либо если у вас приватный репозиторий, то за денежку. Мы используем Docker Registry, развернули свой сервер и, соответственно, готовим приложение, загружаем готовые контейнеры на Docker Registry, и, соответственно, с Docker Registry у нас дальше уже контейнеры наши расходятся либо девелоперам, либо конечным потребителям, либо на продакшн-сервера для нашего облачного решения Планера. Посмотрим, как у нас выглядит деплой приложения у конечного потребителя на примере системы Планера. Сам процесс у нас поделен на несколько частей, когда мы на пользователя устанавливаем только Docker, Docker Compose мы также используем, загружаем готовые контейнеры, у нас это порядка 15 контейнеров для системы Планера,
запрашиваем элементарные данные начальные в виде там, адреса, URL, который хочет использовать клиент, ну и еще парочку незначительных вопросов. Далее мы запускаем, используя Docker Compose, контейнеры на конечном потребителе, который у нас состоит из шага первого, это Postgres плюс Rabbit, накатываем миграции, запускаем рельсы, Sinatra, микросервисы, которых порядка там 12 штук, запускаем Nginx и чекаем систему, то, что у нас все встало, все работает и система готова к эксплуатации. То есть процесс этот достаточно быстрый, если сравнивать, скажем так, с аналогией, что мы не используем докер, не используем контейнеры, а нам нужно на конечном потребителе, на сервере развернуть инфраструктуру. То есть вы, наверное, представляете, сколько времени займет установить Postgres, там Rabbit, Ruby нужной версии, накатить приложение, миграции. То есть это занимает достаточно много времени. Мы замеряли, значит, то, что касается использования докера, этот процесс занимает порядка 20 минут и в основном уходит только на то, чтобы выкачать эти контейнеры с докер-регистри, с нашего хранилища. А сам запуск происходит практически молниеносно, там не более 30 секунд это все дело занимает. Такой подход нам показался очень хорошим. Рекомендую использовать всем докер. Также еще хотелось бы рассказать про технологии, которые мы внедряли при развертывании приложения у пользователя. Это Zero Time Deploy, когда мы хотим обновить приложение, не останавливая рабочую систему на сервере. У нас балансировщик нагрузки используется Nginx. Я для примера здесь еще тоже написал Haproxy, тоже может быть использован. И за Nginx у нас стоит рельсы Sinatra в количестве 4 штук. Мы, используя скрипт апдейта на стороне клиента, выкачиваем новые контейнеры. Далее мы поочередно гасим один контейнер, запускаем второй с новой версией реализации приложения. И в Nginx мы прописываем конфигурацию таким образом, чтобы он видел, если у нас один контейнер погас, то он выключается у нас из балансировки, и Nginx туда просто не направляет запросы. И таким образом, поочередно там, с периодом в 10 секунд, мы гасим контейнеры и запускаем контейнер в новый, с новой версией приложения. И таким образом у нас происходит процесс обновления без остановки, скажем так, работы самого приложения. Так. Вопросы? Да, пожалуйста. Да, у нас инфраструктура у конечного клиента, она подразумевает использование только одного сервера. То есть у нас нет клиентов, которые генерируют нагрузку для того, чтобы делать больше серверов. Единственное, что у нас есть рекомендации, это для системы Postgres, это использовать slave сервера, то есть для того, чтобы, ну, не потерять, скажем так, базу, да, если при выходе из строя основного сервера. Но это все тоже может быть реализовано с помощью докера, то есть на втором сервере можно развернуть докер-контейнер с Postgres, просто немножко с другой конфигурацией. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Да? У меня такой вопрос, то есть вы все контейнеры, их сначала собираете по слоям, потом перепаковываете, правильно понял? Так, давайте я открою сейчас. Здесь у вас по вот этой... А можно снова выключить? Пожалуйста. Да, вот этот слайд меня как раз очень заинтересовал.
вот этот слайд, да. Понятно. То есть мы здесь используем слоеную структуру. То есть вот, как я уже говорил, вот если мы смотрим на Ruby, то есть Ruby мы используем официальный контейнер, который делает сама компания Ruby и выкладывает на Docker Hub. То есть мы здесь даже времени не тратим на то, чтобы установить Ruby. Мы просто используем готовый трастовый контейнер версии 2.3. Далее, следующим этапом, то есть мы когда создаем Docker файл, мы прописываем то, что в слой, от которого мы отталкиваемся, он будет у нас Ruby. Соответственно, в слое Ruby with Gems в этом контейнере мы устанавливаем только гемы, то есть копируем туда гем-файл и устанавливаем гемы. А Ruby у нас уже, соответственно, предустановлен. Соответственно, нижние слои, build assets там и так далее, они уже у нас собираются от Ruby with Gems, который это, уже содержит это гемы. Это отдельные контейнеры получается, да, каждый? Вот build assets, build контейнеры. Да, это отдельные контейнеры, и не все они, конечно, участвуют на стороне пользователя. То есть они, некоторые являются посредниками только для того, чтобы собрать, например, там ассеты, там JS или еще что-то, чтобы подготовить инфраструктуру, которая дальше уже и уйдет на конечного потребителя, скажем так. А потом, то есть вы это потом как бы контейнер распаковываете и запаковываете обратно в Tarball или как? Нет, мы используем Docker Registry. Вот я про это говорю, здесь вот build images, потом unpack, build, unpack. Или да, вот как раз, когда я говорил то, что в контейнере может собираться мусор при сборке, это как раз относится к контейнерам вот build JS, build assets. Да, то есть мы собираем сначала build assets, build JS, потом мы на хост выгружаем только то, что нам нужно на хостовую машину, где сборка происходит, то есть прям нужные ассеты вот из там, определенной папки, и потом запаковываем эти нужные ассеты уже в конкретный контейнер и отправляем его уже в Docker Registry, который уже уйдет конкретно пользователю на его машину. А, то есть часть контейнеров остается, ну, такими же слоистыми, а часть, часть контейнеров используется только вот для промежуточной сборки. Нет, я имею в виду какие-нибудь там, ну вот, допустим, Postgres, он также остается, что там базовая система плюс Postgres там, или, не знаю, там еще что-нибудь. Postgres мы используем тоже официальный контейнер, который предоставляет компания Postgres на Docker Hub. Ну, или, ладно, или там, не знаю, Rails App, допустим, он... Тут получается три слоя, а в случае ассетов контейнер перепаковывается снова. Да, то есть вот из build assets контейнер распаковывается на хост и перепаковывается уже в assets. И от assets уже уходит на... Пользователь. А Rails так тремя слоями остается? Rails, да. Ага. Так, Rails так остается. Понятно. А, еще один вопрос был про то, как Nginx подключается к бэкэндам. А чем конфигурируете Nginx? Nginx у нас уже готовые конфигурации, так как у нас, скажем так, инфраструктура и, как сказать, расположение контейнеров, оно жестко определено инсталлятором. То есть у нас написан скрипт на баше, который эти контейнеры загружает, запускает их с определенной конфигурацией, и эта конфигурация, она статична. Поэтому и конфиги у нас есть... контейнер для конфигов, где мы их тоже доставляем, скажем так, отдельно, распаковываем на хост, и с хоста мы подключаем папки с конфигами уже к каждому контейнеру для того, чтобы конечный пользователь, если ему нужно, например, в том же Nginx поменять конфигурацию, он уже не лезет там внутрь контейнера непонятно как, а у него в папке конфиг просто эти конфиги лежат, он их открыл, поменял и все. А конфиги тоже в контейнере передаете? Да. То есть да, это чисто для того, чтобы… Просто передать… Чтобы транспорт одинаковый. Да, 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 чтобы просто транспорт. Это удобно, потому что тот же Docker Registry используется, уже не нужно никаких других сервисов. Да, да. То есть можно и как и для транспорта, и для запуска непосредственно микросервисов. Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Вот вопрос, у вас вот база данных используется, а вот как вы ее меняете во время деплоймента? Как миграции накатываете? А как миграции накатываем? У нас есть специальный контейнер, видите, он называется у нас Migrations. В этом контейнере у нас лежат запакованные миграции, и мы просто запускаем этот контейнер. Этот контейнер подключается к папке конфигов. В конфигах он видит, где находится база данных. Внутри, соответственно, migrations у нас там стоит Ruby,
типа в зависимостях это как раз можно увидеть. Ruby, гемы, в гемах там есть фин установленный, к примеру, и, соответственно, миграции просто запускается команда там break db migrate. И то есть это все уже у клиента, да, все да, происходит? Это происходит на стороне клиента на этапе инсталляции, то есть у нас есть скрипт инсталляции, который это запускает эти контейнеры. Ну вот этот, получается, скрипт инсталляции, он каждый раз запускается, да? Скрипт инсталляции запускается только один раз при первичной инсталляции, а дальше есть второй скрипт, который называется update, он просто выкачивает свежие версии контейнеров и, скажем так, перезапускает существующие контейнеры на стороне клиента. И также там тоже в скрипте update, там предусмотрен запуск миграций. Миграции запускаются каждый раз, и миграции написаны таким образом, что если появились новые миграции, они накатываются. Если новых миграций нет, то он просто выполняется завершением, что делать мне нечего, и дальше просто перезагружает контейнеры. Понятно. А как вот обратную связь вы можете увидеть вот в этом случае, если что-то пошло не так? Вы все это, получается, руками запускаете, да? И как бы видите результат выполнения миграции? Выполнения. Да, это когда явно можно запустить контейнер таким образом, чтобы он нам просто в stdout показывал, что он делает. То есть то, что выполняется внутри контейнера, попадает в stdout, и мы просто в командной строке видим все те же миграции, все процессы, которые происходят. Спасибо. Пожалуйста. Да, про еще один момент вспомнил. А что вы здесь делаете с логами? Что мы здесь делаем с логами? Да. Хороший вопрос. Я знаю, что спросить. Но мы смотрим на них иногда. Да, пока логи у нас хранятся только внутри самого контейнера, и мы просматриваем их. То есть мы в stdout просто их шлем, эти логи, и пока просто через команду Docker Logs мы их вот просматриваем. То есть пока конкретного решения вот для хранения логов мы еще не сделали. Но, возможно, это будет в отдельном контейнере, который будет заниматься непосредственно сборкой логов. Тут вопрос не про хранение, а в принципе, то есть логи, их нужно, не знаю, ротировать. При выключении контейнера он на новом диске поднимается, там остаются ошметки. То есть мне вот да, эти моменты больше интересуют. То есть здесь пока конкретного решения у нас нет еще. Ага, в этом ладно. Плане. Еще вопросы? Добрый вечер. Добрый. Скажите, а есть ли у вас опыт? Ну, Docker это на одной хост-машине все поднимается, так ведь? Пока да. Пока то да. Есть мы используем на одной машине. Есть Swarm, есть Rancher и подобные решения. Да, да, да. Есть ли опыт такой, вот смотрите, нам надо 2-3 хост-машины поднять, и поднять инфраструктуру, чтобы она была отказоустойчивая. Сам базовый докер теоретически такие вещи не предполагает, насколько я знаю. Но это понятно. То есть, да или нет? Отказоустойчивость… Как ее делать, например? А как мы делаем отказоустойчивость на примере обычного сервера? То есть нужно исходить только из этого. То есть у нас есть 3 сервера, понятно, что они никакой отказоустойчивости сами по себе не обеспечивают. Если мы берем на примере того же, например, Postgres, то мы используем какую-то master-slave репликацию, там PG-pool, который мы устанавливаем на сервер, и тот же PG-pool нам обеспечивает отказоустойчивость в виде переключения с одного Postgres сервера на другой Postgres сервер. Точно такая же ситуация и с докером. То есть... Это понятно, хорошо. Другой вопрос. Есть ли продукты или есть ли у вас опыт с продуктами работ, которые позволяют это делать из коробки? Я до конца, видимо, вопрос не понимаю. Ну, Rancher знаком вам? Swarm знаком вам? Swarm знаком, да. Ни один из них до конца эту из коробки вещь не предполагает. Тоже, опять же, это настройка, чтобы можно было единую сетевую среду создать, чтобы единое хранилище было, допустим, и чтобы можно было, допустим, мигрировать с одной хост-машины, докер-контейнер, на другой, вживую. Ну, это некое подобие VMware, но только в разрезе докера, например. Такого нет опыта у вас? Нет, такого нет у нас. Все, спасибо. Пожалуйста.